что, едем открывать сезон скитура. Такая вот красота нас сопровождает в этот ранний час. Мы в таком прекрасном месте завтракаем. Так, сборы. Мы начинаем наш скитур. Вот с таким видом на Голлендже. Работает, чистит крышу своего сарая. Мы тоже работаем. Морген! Юху! Мы слушаем инструктаж от местных, куда идти. Идите вверх. Красивый лес, пустой, тихий, только скрип лыж. Водичка не течет. Ребята тоже поскрипывают. Идем по этим вот нетронутым снежным просторам ехать вниз. Нет, мы парить будем. Парить. Для этого нам нужно набрать 1300 метров. Это займет примерно 4 часа. А может даже 5. Здесь заповедная зона, где хранится питьевая, запас питьевой воды. Мы даже слышим, как она журчит. Вот наши друзья вышли в такую долину. Выходит солнце из-за горы. Это просто бомба. И освещает наши счастливые личики. Вот такие личики. Видите, какое оно счастливое? Наше место для пикника. Тишина, безмолвие, величественные горы вокруг. Встретили на вершине швейцарских пожилых бабушку и дедушку. Сказали, что они 35 лет уже ходят так. И потом с карнизика вот туда. Вот такие вот крутые швейцарские пенсионеры. Ну что, вершина! Ура! Можно снимать шкуру и ехать вниз. Валензе! Если ты на сплитборде, то нужно еще потратить какое-то время, чтобы соединить две половинки сноуборда в одно. Вот, ребята, последнее приготовление. Сейчас они тоже приедут к нам, и мы все помчимся. Ну что, best of the season. Начинается. Проверяем. Лавина опасность, но склон не едет. О, слушай, вообще отлично. Так, как сказать, мчится, пока он сидит. Не знаю. О, пошел нормально. Пускать пыль. Мне нравится, там Тима в таком месте встал. Кто знает, тот поймет, что это за чувство. Вот он. Вот так мы катаемся. У нас веселый спуск вниз, через лес, через такие вот снежные ели, через снежные поля. Любуемся вот этими метровыми шапками. Говорю я, что все-таки у лыж есть свои преимущества. Вот бедный Петр по пояс в снегу. Как-то так. Вау, вот это, вот это view. Nice. Недостаточно уклона для хорошей скорости. Но снег хороший. Но просто кайфуем. Решили с Димой немножко еще прокатиться. Недостаточно покатались. На снегу уже совсем мало. Едем практически по траве.
Маршрут закончен, нам пришлось немножко на автобусе подняться, потому что мы спустились слишком низко. Ну что, Паш, окончательно завершить наше видео. Мы сидим и пьем чай. Кайф.